Йоу, ребята, всем привет! Сегодня у нас первый выпуск новой рубрики канала Hacker Mechanic, новости каналов. И сегодня, ребята, хочу вам рассказать про такую новость. В Париже дебютировал кроссовер новой Audi модели Q5 второго поколения. О начале поставок кроссовера в Россию, как всегда, пока не сообщается. Что нового в данной модели? Матричные светодиодные фары, точная и селективная работа световых элементов. До текущего момента немцы показывали только на лазерных элементах флагманского Audi A8. Но в Q5 технология оказалась несколько урезана, проще и дешевле. Первое время такие предложат только для топ-версий, а у машин дешевле будут либо стандартные биксеноновые, либо уже устаревшие светодиодные фары без технологии адаптивного света. Стиль интерьера претерпел серьезные изменения, но остался достаточно узнаваемым от новой Audi A4. Стандартный набор будет включать медиасистему с 7-дюймовым экраном и шайбой управления. За доплату предложат дисплей размером 8,3 дюйма и шайбу с тачпадом. Кроме того, в Q5 можно будет установить навигацию с картами и спутниковым видом от Google, что, по моему мнению, вообще не нужно. Настраиваем дисплей приборной панели Audi Virtual Cockpit и полный набор электронных систем-помощников, способных не только предотвратить ДТП, но и выполнять некоторые функции автопилота. Ну что, в основу модели легла последняя платформа MLB Evo, на которой построены почти все старшие модели современных Audi. Это начиная от A4 и заканчивая флагманом Q7. Отличительными особенностями являются продольное расположение двигателя и широкое использование легкосплавных материалов. Новый Q5 легче предыдущего более чем на 100 кг и со снаряженной массой 1600 кг может считаться самым легким паркетником в своем сегменте. Передние и задние подвески выполнены по пятиричажной схеме. В базовом исполнении модель будет оснащаться обычными пружинами и амортизаторами, А за доплату появилась пневмоподвеска, способная менять дорожный просвет и поддерживать уровень кузова вне зависимости от нагрузки. Еще будет опция – это электронно управляемые амортизаторы с изменяемой жесткостью с различными алгоритмами работы, которые мы уже видели на тест-драйве Volkswagen Tiguan. Платформа MLB подразумевает полноприводную трансмиссию Quattro Ultra и, внимание, в основе которой лежит многодисковая муфта с электронным управлением, а именно муфта Haldex. Механический дифференциал Torsen, к сожалению, как на всех моделях немецкого бренда 16 года, уходит в небытие. Особенность в том, что для этого все делается для экономии топлива, и большую часть времени трансмиссия работает в переднеприводном режиме. Как всегда, и отдавая тягу на заднюю ось только лишь при необходимости. Это, конечно, спорная новость и спорный момент. Истинные аудисты и поклонники привода Quattro будут негодовать, многим это не понравится. Но, будем откровенны, Audi Q5 – это паркетный легковой автомобиль с повышенным клиренсом, и такой привод, как Torsen, ему абсолютно не нужен. Это лично мое мнение. Ездят же такие автомобили, как Q3, RS-Q3, RS-3, RS-S3, Haldex и прекрасно гребут, прекрасно разгоняются, так что новый Q5 будет выпускаться и удешевленных переднеприводных исполнений, чего на прежней модели не было. Двигатели. Итак, бензиновые моторы 2.0 TFSI будут означаться на Q5, это 190 и 250 лошадиных сил, 2-литровый дизель TDI на 190 лошадиных сил и более мощные версии SQ5 получат 3-литровые моторы V6 мощностью бензиновой 354 лошадиных силы и дизельный на 340 лошадиных сил. А вот в 2017 году Audi обещает вывести на рынок экстремальный кроссовер RS-Q5 с твин-турбомотором V6 мощностью не менее 450 лошадиных сил. В наборе коробок передач идут
7-ступенчатая механика и преселективный робот, а также 8-диапазонный автомат. Последние будут устанавливать на мощной версии с двигателем V6. Наконец, не обойдется и без гибридной модификации с двигателем 2.0 TFSI и двумя электромоторами. Мощность такой системы может достичь 300 лошадиных сил, а запас хода на электрической тяге будет не менее 50 км. Ну вот, собственно, на сегодня и все новости о новой Q5. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нужны ли вам такие новости. С вами был Акер Механик, всем спасибо и пока!